Добрый вечер. Приглашаем вас на хоккей в шведский Венерсборг. Сегодня здесь заканчивается чемпионат мира по хоккею с мячом. Финал Швеция-Россия. Матч за золотые медали. Ну, собственно, два претендента, как правило, два главных претендента. И за редким исключением они разыгрывают два первых места на мировых чемпионатах. Открывали чемпионат сборной Швеции и России. Шведы выиграли в том самом матче открытия 6-4. Ну и теперь будут закрывать. Ваш комментатор на канале Матч ТВ Михаил Мельников, наш эксперт, спешл гест Владимир Янко, десятикратный чемпион мира как игрок и как тренер, заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный мастер спорта. Владимир Владимирович, добрый вечер. Моему любителю хоккея, добрый вечер. Составы стартовые, ну, собственно, мало чем они отличаются от того, что мы видели до этого. Сёрена Персона нет у шведов сегодня. Владимир Каланчина в заявке у сборной России на этот матч. В воротах Роман Черных у российской команды и Андерс Свенсен у сборной Швеции. Ну и что мы ждем от сегодняшнего матча, помимо позитивного результата? Ну, в первую очередь, конечно, хорошая игра. Мне бы очень хотелось, чтобы мой любимый вид спорта стал смотрибельным, скажем так, чтобы люди увидели всю красоту его. Эти команды как раз могут показать такой феерический хоккей, который просто нас может сегодня захлестнуть. Мне очень нравится и даже настораживает немножко, что шведы просто огромное удовольствие получают от этой игры, от своей игры и от комбинирование, скажем так, в игре. Насколько они помогают, как они хорошо взаимодействуют, играют в пас. Ну, а наша команда традиционно сильна скоростью. Я думаю, если мы противопоставим шведам свою скорость, я думаю, что очень интересный матч получится. Вновь интернациональная бригада арбитров. Петери Кусала, финский рефери сегодня главный. Сергей Бесконченко России и Кристофер Эриксон Швеции. Ему помогают вот так из трех стран судей. Кстати, вот опыт был в матче открытия. Да, там просто шведско-российская бригада была, что так несколько необычно. Но, насколько я помню, там особенных претензий к судейству не было и не должно было быть. Да, я думаю, сегодня, наверное, не будет. Потому что все-таки это финал и... Мы должны показать вообще, что наш вид спорта не так уж сильно зависим от того, в какую сторону свистнут. Ну, давайте о составах назову игроков по порядку номеров, то и другой сборной, включая запасных. Хелмерс 4-й, это шведы, естественно. Берлин, капитан команды 6-й, Севстрем 8-й, Левстед 9-й, Питсони Эльфинг 11-й, Лидус Петерсон 15-й, Персон 16-й, Йоаким Андерсон 18-й. Эдлунд 21-й, Мартин Юхансен 24-й, Гильям 40-й, Фагерстрем 45-й, Эсплунд 91-й, Янсен 94-й и Эрик Петерсон 95-й. Кстати, претендент на титул лучшего бомбардира в дивизионе А. Два мяча ему надо забить, чтобы в сегодняшнем матче в финальном, чтобы этот... Ну, такой, не знаю, там есть ли там специальный приз, но, во всяком случае, чтобы титул этот получить. Ну, и, да, и резервный вратарь Патрик Хедберг у шведской команды. У сборной России черных воротах, а вот первый опасный момент, и шведы открывают счет на второй минуте матча. Как пропустили здесь? Ну, вещь, ошибка нашей обороны, конечно. Не очень красиво все получилось. Ну и надо сказать, конечно, передача была изумительная по исполнению. В первом матче Эдлунд тоже забил, ну там не совсем был выход, конечно, один на один, но вот ровно такой же пас по диагонали, да, и ну тут чистый выход, я не знаю, сколько офсайд делали, да, или получается что? Так, да, как-то несогласованно очень получилось, очень. Ну здесь, как правило, в таких ситуациях виноват либеро. Ну, как бы относительно виноват. Позиция, конечно, была все-таки не очень хорошая. Но начало, конечно, неправильное, скажем так. Не должно было так быть, потому что мы должны были готовы, конечно, к этим передачам. Пер Хелмерс отдавал, а в том матче, опять же, вспоминая, вот аналогичный пас Эрик Севстрем сделал тоже на Эдлунде. Это вот единственный раз, когда шведы забили после длинного заброса. Но только там это случилось уже в конце первого тайма, да, по-моему, при счете 2-1, а здесь вот самое начало игры, и
Действительно, оно получается неудачным для сборной России. Быстро тоже по составу. Бондаренко 5-й, Штельдин 8-й, Мергазов 10-й, Чернов 11-й, Василенко 12-й, Джусоев 15-й, Савельев 17-й, Ахмедзянов 19-й, Бефус 20-й, Гергаев 23-й, Викулин, капитан команды, 24-й, Грановский 25-й, Прокопьев Андрей 33-й, Егорчев 91-й, Макаров 92-й и резервный вратарь Денис Рысев. Ну, собственно, кто смотрел нашу трансляцию уже с этим составом, прекрасно знакомы. И теперь надо вот что-то налаживать впереди, да, потому что, ну, я не знаю, волей-неволей, вот я буду все-таки сравнивать с матчем открытия, да, там получилась действительно достаточно интересная игра, хотя ощущение было, что Роман Чернов, да? Сейчас просто повезло, да. Роман молодец, отбил мяч. Да, 2-0 это уже было бы между слишком. Ног это было бы, это было бы слишком, да. Закрыл ближний угол. И у нас, видите, как очень плохо страховал сейчас защитник своего бортового полузащитника. Все-таки такие мячи не должны проходить. Угловые шведов? Ну, я думаю, что, возможно, ребята просто сейчас в это волнение. Ой-ой-ой-ой. Опять повезло. Три паса, да, разыграли. И здорово, на самом деле, было исполнено. Но Чернов, как обычно, да, уже мы так можем говорить. И еще один проход. Это Эрик Петерсон уже. Ну, да. Здесь удается у него мяч выбить. Легко очень, что наши штрафные входят. Просто легко. Ман уже был бы бессилен. Пока мы как-то немножко растерялись. Ну, ничего, я думаю, что сейчас постепенно... Все-таки игроки опытные, много раз участвовали в чемпионатах мира. Я думаю, сейчас ребята каким-то образом наладят игру. Артем Бондаренко разгоняется. И, ну, а что здесь? Ну, будет угловой. Должен делать? Угловой? Нет, удачно. Выбили. Ну, подбор остается за российской командой. Дмитрий Савельев. 15-й чемпионат мира проводит. Янис Бефус там. Ну и обратно к своей штрафной откатываются. У шведов вот уже в первые минуты, да, видны, как вы сказали, очень хорошее взаимодействие между игроками, собственно, вот все эти атаки. Ну, они первым номером играют, вы видите, они контролируют игру. Но вот сейчас, вот видите, отходят для того, чтобы не позволить образоваться свободным зонам. Бефус отдает вперед на Джусоева. Джусоева там останавливает. Великолепно защитник сыграл, конечно. Вот не первый раз, вот даже так падение мы помним. Все равно, наверное, сейчас будет, потому что уже практически убегал. Остро играют нападающие. Я говорю, посмотрите, как великолепно защитник играет. Просто великолепно. Ну, это вот чуть не его визитная карточка уже. Это Мартин Юханссон. И опять же в матче со сборной России мы помним, как он в падении дважды вот так вот очень красиво мяч выбивал. Что сделал и на этот раз? Даниэль Берлин, новый капитан сборной Швеции. Ну, как новый, собственно, за сборную играет он много-много лет. Андреас Вест раньше капитанские обязанности исполнял, но сейчас закончил выступление за сборную. Зато сын его играет за юниорскую сборную Швеции. И мы его видели в Красноярске буквально несколько дней тому назад. Вот очень талантливый хоккеист у них появился новый в этом году. Из Вилла Линчопик Андерсон, 18-й номер. Очень талантливый мальчишка. Чувствуется, что это будущее сборной Швеции. Ну и нападающие, конечно, очень остро стали играть. Ну, это нацелены, вот... все нацелены на атаку. Но я все равно думаю, что наши сейчас выровняют игру. Не может быть такого. Не может быть. Сейчас главное, вот сейчас, мне кажется, не пропустить какой-нибудь глупый гол, второй, который, конечно, уже как в какой-то степени шведов немножко раскрепостит. Этого нельзя ни в коем случае допускать. Они все-таки много ошибок делают в тот момент, когда напряжение в матче существует. Ну, можно было и не глупый пропустить. Эдлунд хорошо бил там, просто два момента, наручил, да, два момента, конечно, они нас просто простили. Ну, а это вот Хелмерш опять ушел с клюшки. Уж больно легко как-то они входят в нашу штрафную. Наша полузащита явно в этом плане не дорабатывает. Пока. Шкельдин слишком много индивидуальной игры. Слишком много.
вряд ли ему удастся всю шведскую команду обыграть. Нет, ну, может быть, и обыграет, но конечный результат все-таки будет тогда негативным. Вот, поэтому лучше, конечно, пытаться обыграть всей команды. Он забил 3 шведа в первом матче. Удачно, да, молодец. Ну, хороший игрок, даже говорить ничего. На данный момент практически лучший в нашей сборной. И под него вся игра построена. Так же, как в Хабаровске. Ну, там немножко, когда Хабаровск играет, там немного соперники. Говорит, Янис молодец в этом году. Бефус просто молодец. Давай, Янис, сделай головой. Не получилось. Все равно Янис. Ну, ребятки, доиграйте. Все-таки шведы технично. Трудно с ними в таких единоборствах. Без фола. Ну, там много народу вообще было в этом эпизоде. И каких нарушений усмотрел арбитр. Ну, а мы смотрим еще раз вот эту передачу. Вот, к сожалению, нет камеры, где посмотреть офсайд. Ну, я не думаю, что... Я думаю, момент передачи надо было смотреть. Поэтому... Ну, да, да. Но вот... В нашем виде спорта это просто очень, что случилось? Это очень такой субъективный момент. У него фора ведь получилась в итоге, ну, там, я не знаю, метров 10. И совершенно спокойно доехал и отправил мяч в ворота. Ну, стартовый такой, да, отрезок, первую пятиминутку проиграли действительно, а сейчас вот уже, уже пытаются что-то создать в атаке. И опять нет углового. Да нет, нет, ничего, ребята приходят в себя. Ребята приходят в себя. Сейчас надо гол забить, и сразу все выровняется. Да. Сейчас непонятно, что делал Егорыч. Бил поворотом или прострел делал. Там ни одного красного не было. Лучше бы Саша поехал и головой бы делал. Было бы больше пользы. Ну, видите, я хочу вам сказать, что у шведов-то тоже сегодня не сказать, что прям все здорово получается. Ну, вот еще такой момент. Тоже прошла все-таки передача. Ну, и... Больше случайность здесь, чем закономерность. И сейчас перехват в центральной зоне. Снова Янсен слева. И ну, здесь вот отзащищались хорошо. По-моему, наши немножко приспособились. Ну, в него... Ну, конечно, защитники не имеют права такие мячи. Хорошо, что Роман опять выручил. Грудью отбил. Да, это уже третий момент, когда, в принципе, нам немножко подвезло. Мне не нравится вот этот темп. Вот в этом темпе очень трудно, конечно, что-либо с ними сделать. Ну, шведы на самом деле всегда умели как-то гасить скорость соперника, когда им это надо. Да, да, да. Янис молодец, конечно, в этом чемпионате. Янис Бефус просто один из лучших у нас. Вот по руке его сейчас зацепили, и свободный будет разыгрывать Юрий Викулин на Дергаева или на кого там еще? Я думаю, что на Дергаева. В этом году, конечно, Женя молодец. И такое высокое место водника, в основном, это его заслуга. Конечно, и всей команды, безусловно, но Женя в этом году молодец, действительно. Правда, он немножко не в свойственной для себя манере. Пенальт должен быть. Да, это пенальти. Точно, да. Все четко, все правильно. Вот видите, мы по как раз и получается, как игра быстро выравнивается. Но вот шведы 3 не забили, это всегда чревато. Я всегда говорю, лучше бы этих моментов не было. Когда моя команда, например, играет. Ну, а здесь явно, конечно, просто швед небрежно очень сыграл, надо сказать. Лев, что-то это был. Ну и 10 минут получает за подножку, естественно, выйдет, если пенальти будет забит. Ну и да, действительно, Евгений Дергаев будет выполнять 12-метровый.
нельзя прощать, надо обязательно забить. Один-один. Молодец, Женя. Молодец. 1-1. Дергаев сравнивает счет. В полном составе будут шведы. Ну вот, что, в общем, первый момент на самом деле. В угол здорово пробил. Ничего там не мог сделать. Андерс Свенсен, опытнейший голкипер. Четырехкратный чемпион мира. Собственно, самый возрастной игрок на этом. Играл же у вас в казанском «Динамо». Да. Был чемпионом России. Да, чемпионом России. И Кубок мира мы выигрывали. Молодец он. Он вблизи очень здорово играет. Вот дальний удар для него проблема. Поэтому первая игра, когда Эшкельдин забивал, он видимо знал. Издалека, да, вероятно, все-таки в этом плане, да. Шведы просто прощают нас уже который раз. И сейчас опять, представляете, как мяч прошел через практически всю нашу красную линию. Это не есть хорошо. Посмотрите, видите как? Как-то мы пятимся все, очень-очень пятимся назад. Ну ничего, я говорю, приспособимся, ничего страшного. Обратите внимание, уже так уже шведы-то не сказать уже, что прямо они уже так великолепно выглядят. Ну, когда игра как-то немного сразу смазалась. Когда эти две команды играют, трудно все-таки ожидать, что все 90 минут будет вот все в одну сторону. В первом матче тоже, там даже более длинный отрезок поначалу, там минут 15, собственно говоря, у сборной России ничего впереди не получалось. Шведы атаковали, потом игра разворачивалась в ту сторону, в другую. Сегодня будет то же самое. Сегодня ни одна команда легко не выиграет никто, это уже видно. Нужно понадобятся какие-то сверхусилия и какие-то новые тактические решения. Ну, шведов как-то вот этот гол пропущенный разозлил явно, потому что опять они сами уже темп взвинчивают. Знаете, как остро играют. Я бы даже сказал, что не по-шведски, да? Мы не видели даже двух заходов на атаку, вы да? Знаете, я вчера... бывает по 5, по 6. Вы знаете, Михаил, я вчера, в принципе, не хотел смотреть хоккей с Казахстаном. Но, думаю, посмотрю, в каком настроении они находятся. И я, конечно, для себя обнаружил, что они получают удовольствие от игры в пас, от общения друг с другом. Это, конечно, ну, чувствуется, что вот они очень здорово контактируют. Чувствуется. Я давно, честно говоря, такой слаженной шведской команды не видел, если честно говорить. Именно слаженной. Вот обратите внимание, как они нас растягивают. Но ребята пока молодцы наши. Мы владеем коньками хорошо, мы перемещаемся, не даем им открывать эти зоны, скрывать. Вот, и отсюда все и исходит. Ничего они сделать пока не могут, видите. Хотя, конечно, три момента у них было явно. Очень пытался догнать. И ведь он поймал же мяч. Представляете, просто не устоял на коньках. Ну, это вот как раз Яким Андерсон. Это Андрей Прокофьев. Да, но сам не пошел вперед, возвращает назад. Ну, он не того класса игрок, чтобы атаковать. А все оборонительные порядки шведов. Я думаю, что здесь он правильно поступил. Вернув мяч назад, сохранив его. Снова Бефос. Уходит в угол, угловой там не получилось сделать. Дайте Янис, молодец. По крайней мере, он оживляет очень здорово, оживляет нашу игру. Шведы, видите, тоже все пошло уже. Это вам не Казахстан. Здесь немножко уже все по-другому. Ну, сложно действительно было делать выводы по матчам предыдущим. Команда Казахстана здесь вообще не конкурентоспособна. Оказалась именно на уровне первой четверки. Ну, первая лига.
чемпионата, Айгаджик, ну что. Пятое место, да, да, в своей зоне. Конечно, что, конечно, на этом уровне играть им, конечно, объективно трудно. Но они, видите, как они затеяли серьезную такую перестройку в этом плане под свои. Тут явно, по-моему, угловой. Странно, почему судья дал все-таки отворот. Ну, или не видел, или... Ну, там помощник есть. Но это не принципиально. Пока все очень объективно. И... Угу. А скорости тоже не хватает. Видите как? Это явно не в стиле Берлина. Так, так атаковать. Все-таки вчерашняя поздняя игра, она, конечно, сказалась. Вот я, кстати, очень удивился, потому что да не только вы, на моей памяти, чтобы хозяевам полуфинал вечерний назначали, да, это как-то, да, вот, да, очень странно. Ну, у них, видите, как все равно они рассчитывали, что народ придет. Вот, все-таки. Но он все равно особо не пришел. Финансовые, да, 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 финансовые сборы для них это очень важно. Ну и спонсоры тоже. Там много таких факторов, которые влияют на определение матчи, времени матча. Вот даже сегодняшняя субботняя игра, например. Ну, это специфика Скандинавии, потому что в воскресенье уже все готовятся к тому, что они будут отдыхать. Потому что понедельник на работу. Видите, шведам явно не хватает скорости. Явно. Джусоев на Мергазова. Мергазов будет бить, но не попадает на сей раз. Жаль. Алмаз очень важный гол забил вчера в матче с финнами, полуфинальным, который не просто складывался, при счете 2-2. Уже во втором тайме у него был шикарный момент, и там не повезло, мяч просто прыгнул, подпрыгнул, да, да, и да, в итоге получился угловой, хотя там верный гол должен был быть. Ну, молодец, он хорошо. Но он тут же забил после вот этого углового. Ну, молодец, он все равно хорошо. Ну, остро выглядит, и когда он на поле, конечно, немножко ситуация совсем другая. Видите, как мы хорошо загоняем их. Они, несмотря на то, что они разворачивают атаку, все равно у них никак не могут найти брешь в нашей обороне. Вот у них вот этот момент был нашей растерянности. Вот они не воспользовались. Я, помните, я сказал фразу, лучше бы этих моментов не было. Ну, для шведов. Для них, да, для них. А у нас, слава богу, что они не забили второй. Вот, поэтому, видите, как игра немножко остановилась, она как бы подвисла. И сейчас очень важно, кто забьет гол. Очень важно. И шведы уже тоже, видите, так откровенно, явно уже не атакуют. Потому что боятся ошибиться в центре поля, но игру контролируют. Игру контролируют. У шведов есть опыт поражения здесь, в Венерсбурге, 5-летней давности, да, когда они в группе обыграли, в общем, довольно уверенно сборную России, а финальный матч им не удался. И, в принципе, да, так было на большинстве чемпионатов, да, я бы не сказал, годы, что они уверенно выиграли, потому что игра-то была в Гетеборге, была перенесена туда. Они выиграли, по-моему, один мяч или два, и, ну, я бы не сказал, что они уверены. У нас там тоже моменты были очень... И в штанги мы попадали, и все остальное. Просто как бы, ну, эта игра была, она как раз была в преддверии полуфиналов. И не настолько была важна. Ну, например, вот в этот раз по этому календарю первая игра, она, конечно, важна, потому что сразу стало ясно, что кто на кого выходит. Понятно, что Казахстан не может составить конкуренцию сборной Швеции. После того, как они финнов обыграли, они уже стало ясно, что они займут первое место. Ага. Вот, Макс, давай. Ну, но он один пока. Ну, Максим, но он перехватил, понимаете, он здесь, вот, не, нет, он здесь не виноват. Важные перехваты, но надо, да, чтобы, да, партнеры успевали. Он здесь не виноват. Молодец, Макс. Ну, давай до конца. Чего, тоже штрафной. Все-таки вот как-то не получается у нас коллективные игры. Но в этом виноваты и шведы тоже, потому что они слишком хорошо тоже знают нашу команду. Ишки, это кто? Джусоев, да, сам решил Джусоев пробить. Да, но, кстати, да, мяч пролетел между двумя шведскими, угу, игроками, сквозь стенку. Ну, вратарь Андрис контролировал полет мяча. Он видел траекторию полета. Поэтому там вряд ли могло бы что-то быть. Я думаю, что Алан бил больше для того, чтобы угловой сделать.
Видите, у шведов тоже, пошла индивидуальная игра. Да. Вынужден разворачиваться. А сейчас, я говорю, сейчас игра пошла такая, никто не хочет рисковать. Все понимают, что потеря в центре поля, как было в предыдущем моменте, она влечет за собой серьезные последствия. Сразу видите, как Ишкельдин перехватил мяч, и сразу практически опасный момент. И уже никто не хочет рисковать. Ну, пока я считаю, что нормально мы играем. Нормально. Самое главное, что мы уже как бы дали понять шведам, что легко у них сегодня ничего не получится. Ну, легко они, наверное, не рассчитывали. Ну, трудно сказать. Но после вчерашней эйфории, у них все равно такая эйфория. Вы понимаете, надо знать шведов. Что у них начинается, когда они так легко выигрывают. Они уже думают, что они всех так будут обыгрывать. А сегодня вряд ли у них так получится. Я уже даже в этом уверен. Ишкельдин теперь слева. Ну, здесь нарушение явно. Да. Жень Дергаев молодец, хорошо сыграл. Пас отдал Ишкельдину. Да, Питсони Эльфинг его там встретил. И... Ну, опять разыграли назад, это свободный. Темп в игре, конечно, сильно упал. Да, но опять же, все 90 минут в очень высоком играть нельзя. Вот. Да нет, не рискует. Просто никто не рискует. Все подвисло, и никто не рискует. Из-за этого все и происходит. Поэтому так и все и происходит. Да. Видите, не получается у них, не получается. Ну, мы тоже, видите, верим. Нам тоже, честно говоря, скорости немножко не хватает. Ну, равная игра сильных команд. Плохой пас. Ну, между тем, уже 25 минут позади. И вот как-то после ответного гола, да, вот шведы прям-таки поперли, и минут 5, вот это был пока, по-моему, самый зрелищный отрезок матча, а вот после этого действительно уже все затихло. Ну, вот перехваты какие-то. Все боятся рисковать, думаю, да. Все рассчитывают только на перехват в центре поля. Но слишком глубоко мы уже откатываемся. Если бы он сейчас ударил, то я думаю, что было бы проблематично. Там наши защитники закрыли уже вратарю вообще практически видимость. Ой, как хорошо. Ну, последнего это движения не хватило. Вот Мергазов вроде разогнался, потом развернулся, но продолжил атаку пасом вперед. Нет, это очень положительный фактор, то, что мы выровняли игру. Очень положительный. Ну, а что вначале тогда вообще случилось? Почему так вот не вошли и сразу там за 3 минуты 4 момента? Ну, я думаю, что вот даже гол показал, что мы просто были не готовы к этой длинной передаче. Понимаете? Сейчас все нормально. Не сказать, что блестяще, но ребята играют по игре. Ну да, сейчас игра равная достаточно. Вот шведы, нельзя, наверное... вот как Егорычев сейчас потерял мяч просто на ровном месте. Вот нельзя так терять мяч с ними. Потому что это всегда оборачивается очень большими неприятностями. Шведы поняли, что они так просто... Да, что они так просто в штрафную не войдут. Видите, и перешли немножко на заброс. Что, головой? Ай-яй-яй. В общем-то, не обязательно головой это был кто-то от чьей-то клюшки от нашей киксанул, наверное. Вот нельзя сейчас пропускать какой-то вот такой вот нелепый гол. Ну, ни в коем случае нельзя. Молодцы. Молодцы. И опять Янис. И контратака после чужого углового втроем, ну, плохая передача. Нет, мяч прыгнул. Ну, прыгнем, потому что плохая, нет? Да. Может быть, и качество льда, конечно, не соответствует. Может быть.
Тут со льдом все-таки есть проблемы. То есть сначала он был... Видите, опять потерял свет меч. То же самое. Ой, это может быть удаление. Нет, удалил судья, молодец. В принципе, если бы удалил, никто бы слова не сказал. Видите, поэтому судья все-таки хочет быть объективным, не хочет влиять на игру. Но все-таки, когда играют такие команды, любое удаление, оно всегда очень чревато. Ну, Алану тоже поаккуратнее надо быть. Да, да, конечно. В таких моментах. Конечно, конечно. Видишь, меня никак не могут найти. Берлин, передачи, где мяч, как и не опять попадает в ворота. Ну вот, и вот еще раз, опять Чернов. Ну, надо признать, конечно, что немножко нам, вот уже в нескольких эпизодах просто-просто фортуна на нашей стороне. Берлин здесь прошел, делал передачу, нет, здесь защитники. Здесь защитники все-таки. Удачно защитник сыграл, очень удачно. Мог бы и свои ворота направить при неудачном стечении обстоятельств. Если прострел был бы сильнее, то можно и свои ворота в этой ситуации сыграть. Вы видите, как они пришли на забросы, потому что понимают, что не проходят. Мы укрепили середину поля сейчас. Ну так эти забросы тоже ведь могут быть опасными. Конечно, конечно. Но они великолепны, конечно, и открываются, и ловят мяч. Все. Эти легкости у шведов не просматриваются. И вот видите сейчас, какую грубую ошибку Берлин допустил. Сбрасывает мяч назад и сбросил нашему хоккеисту. Фагерстром. Ой, не поехал. Это редкий случай, когда не было хода передачи туда влево. Редкий случай. Сбилась игра у шведов, сбилась. Мы вот виноваты в хорошем смысле слова. Молодцы ребята, пока очень правильно выстрелили игру. Каждый знает, что ему делать. Пусть она так, скажем так, не феерическая, не бросается в глаза. Вот, но мы понимаем прекрасно, что мы играем на чужом поле все-таки. Ну, вот единственное, что атака все-таки маловато. Атака, которая доходит до штрафной, доходит до удара. Да. Потому что ведь вообще пока еще не играл Свенсон. Да, ну, надо сказать, что, конечно, у шведов-то все-таки моментов больше. Ну, видите, как они тоже ошибаются. Вот сейчас мяч запрыгал. Ну, здесь его достал Гильям. Полчаса ведь уже сыграли и... Да, после счета 1-1 сразу игра. Видите, как вот так подвисло, и никто не рискует. Но у шведов, правда, три момента было хороших. Не сказать, что они на 100%, но при счете опасные. 1-1 был да, один но опасные, момент. Да, но опасные были. Мы пока, конечно, больше внимания уделяем обороне. Может быть, это и правильно. Пусть это не очень, может быть, красиво, но я думаю, что правильно. Ну, ясно одно, что физической игры мы сегодня не увидим. Сегодня будет такая борьба тактик, мне кажется, будет. Все напряжены, все боятся ошибиться. Ну, если счет будет меняться, там посмотрим. Ну, да, все зависит от того, кто сейчас забьет. И мы можем открыться, и они могут открыться. Но они пока, видите, выискивают какие-то варианты, ходы для того, чтобы каким-то образом скрыть нашу оборону. И не получается. Но все равно они, конечно, очень техничные, ребята. Видите, как плохой пас какой, что не свойственно для шведов. Хорошо разыграли, кстати, а последний пас был очень нехороший. Ну, вот, Максим. Молодец, Максим. Вот, наконец, удар в ствол. По-моему, первый, вот помимо пенальти. Да, ну, молодец, Максим, что взял игру на себя. Он это делал и в первом матче. Да, да, он, да. Он пытался распасовывать. Он пытается играть динамскую игру. Нет, ну. Молодец, для первого мальчишка вообще на первом чемпионате. И первый раз вообще в национальной сборной играет.
во всех бомбах. И вот так вот выглядеть, я просто рад за него, просто рад за него. Мы много с ним как раз говорили перед чемпионатом, я ему рассказывал, как нужно себя вести, где нужно и как играть. И он просто молодец, просто молодец. Два гола забил, в том числе очень важный мяч, да, накануне с финнами. Да. И сейчас хорошо ребята играют. Не получается у шведов ничего. Вы видите, какие передачи пошли. Абсолютно не свойственные для шведов. Вадим Чернов. Миргазов. Здесь зона открылась. Ну, не знаю, как открылось. Двое его встречают. Миргазова они, конечно, не будут давать раскатиться. Андрей Прокопьев. Хорошо. Ну и вот не хватило там чуть-чуть Алмазу Миргазову. Да, очень здорово сыграл Прокопьев, развернулся и троих фактически обыграл. Ой. Вот этого не надо делать ни в коем случае. Алмаз. Этого не надо делать. Они, конечно, будут провоцировать, безусловно, конечно. Но мы ни в коем случае не должны поддаваться на такие вещи. Пойди, говорит, извинись. Нормально. Петр Кусел ведет воспитательную работу. Ну, а здесь был фол еще на Прокопию. Ну, а возвращаясь к моменту, там ведь Алмазу совсем чуть-чуть не хватило, чтобы... Ну, на таком коротке было... Ну, это, конечно, его конек на коротке вот так сыграть. Но мне кажется, было бы очень сложно. Очень сложно. Хотя он, конечно, молодец. Он на коротке очень хорошо играет. Ну, быстрый, техничный. Ноги у него всегда подвижные. Прокопьев Прокопьев стал на себя брать. Молодец. Ну, даже пробил, но там надо мяч. Шведы что-то физически так подсели сильно. Видите, не может оторваться. Оторваться не может. И мяч прыгает уже, и контроль. Слишком много внимания уже уделяют контролю над мячом. И игра немножко уже совсем другая стала. Ну, мяч прыгает, это может действительно вот лед к концу тайма. Ну, безусловно, да? Конечно. Большое количество зрителей, вполне возможно, кондиционеры не справляются. Видите, как прыгнул этот мяч? И все уже боятся, не рискуют. И мы в том числе, конечно, тоже боимся ошибиться. Молодец, Янис. Очень правильное решение. Ну, тут уж очень, по-моему, далеко до ворот. Выхода, а другого выхода не было. Не было вариантов передачи. И здесь тоже очень правильное решение. Просто удар не получился. Черных здесь играет на выходе. Все пытаются сделать угловой. И мы, и они. Ну, шведы-то три сделали, да, чтобы не забили. Все прекрасно понимают. Что, что с игры забить вот так чисто, с игры очень даже проблематично. И удалений тоже ведь не было, да? Ну, то есть было одно, но в тот момент, когда пенальти назначили, поэтому... Мне бы, честно говоря, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки вот все соответствовало тому, чтобы зрители увидели вот всю красоту нашего вида спорта. Сейчас пока не получается. Слишком большая ответственность. Слишком большая ответственность. Да, видите, вот шведы пытаются помолить, да? Ну, наши ребята, видите, сделали вывод из той ошибки. Уже так защитники начали друг друга страховать.
Бондаренко, Егорычев и Мергазов. Сейчас такая тройка нападающих. Тоже длинная передача не проходит. Вот видите? Эсплунг, да, все то же самое. Никто не рискует. Так там, по-моему, и народ на трибунах притих немножко, потому что, ну вот, действительно ничего не происходит. Ну, хоккей такой, я говорю, не феерический. Конечно, он может быть интересен для профессионалов, для тренеров, потому что здесь идет борьба тактически, тактическая борьба, так, принятие решений. Ну, видите. Ой, здесь, надо сказать, шведам подвезло. Хотя, конечно, если бы он с прямого ударил, он мог бы, конечно, сразу забить, но мяч-то отскочил к нему. Понимаете, удачно, конечно. Но надо сказать, что до этого у них было достаточно таких тоже моментов, когда они могли забить гол. Ну, я не вижу ничего страшного в этом. Не вижу ничего. Возможно, мы увидим сейчас какой-то немножко иной хоккей. Понимаете? Но опять же, знаете, какое количество игроков в атаке у шведов. Ну, посмотрите. Да, ну и сам он пошел, да? Пошел на трех человек. Он ведь от трех чемпионатов мира отказался. Он вот сейчас только вернулся, потому что тренер пообещал, что будут играть в такой в атакующий хоккей. До этого хоккей был немножко иным, и он отказывался играть. А игрок-то высочайшего уровня. Ну, тоже, кстати, из Вилла Литчопинг, да, Юхан Эсплунд и... Первый удар Юрий Викулин принял на себя, а потом так вот подбросил мяч в ближний угол. Ну что, в начале тайма шведы забили в конце. И вот теперь... Ой-ой-ой, вот это удаление. Ай, какое ненужное удаление, Артем. Ну, он, конечно, не хотел, понятно, но надо поаккуратнее быть в таких моментах. Ну, это Юра зря спорит, потому что, ну, вот видите, все это чисто. Тут спорить-то даже бессмысленно. Уже когда ты развернулся, и ты уже просто отмахиваешься, получается, что ты как бы отмахиваешься и по ногам. И тут уже судья уже вынужден удалять. А если еще тем более клюшка ломается, тут вообще без разговоров. Поэтому здесь Артем зря это делал. И здесь спорить бессмысленно. И мы что получается? И мы получается, что мы второй тайм в меньшинстве начинаем, да? Ну, если не пропустить сейчас прямо. Да не дай бог. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Надо каким-то образом все-таки продержаться для того, чтобы составы были ровными, и тогда уже что-то будет немножко иначе. Ну, удалений вообще вот мало, да? Вы видите, как мяч прыгает. На этом чемпионате. И вот это плохо, Миша, что они начнут как раз в большинстве, потому что лед будет хорошим после перерыва, почистят его. Вот, и приведут в порядок. И вот эти вот 5 минут, когда мы будем в меньшинстве, будет хороший лед. И это очень опасно. И, видите, как я. Ой-ой-ой. Макарф не попал. Нельзя так ошибаться. Нельзя так в центре ошибаться. Видите? И шведы тоже ошибаются. Мяч прыгает, они тоже. Хелмёрш, конечно. Опасный игрок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, а это, по-моему, Симон Янсен. Ну, Шеттелл-то не дал Петерсон, похоже. Но этого, конечно, не должно было произойти, с моей точки зрения. Все-таки там явно защитники должны были накрывать его. Такой сложный мяч, он все-таки верхом бьет. Но нельзя было давать ему ударить. Ну, Петерсон как-никак лучший бомбардир. Вот теперь, кстати, он становится официальным. Но давайте еще раз посмотрим момент. Вот здесь Хелмуш получает справа. Проходит в лицевую. Да, и под киткой делает и он, передачу. И он шлепа бьет, видите. И на него никто не пошел. Там Прокопьев, по-моему, да? Или кто? Нет, это было как ни странно. Это был Эскильдин. Ну, попал-то здорово. Да, попал да. Он прямо от дальней штанги. Нет, и... это не хорошее было. Нам не надо этого. Нам надо было, конечно, я немножко... Думаю, ни одного не надо было, но... Ну, этот особенный, я вам хочу сказать. Никак.
Ну и две минуты остается до конца первого тайма. У Петерсена 13-й гол, поскольку в дивизионе А тут бомбардиров скопом считают, да, и в подгруппе А, и в подгруппе Б. Вот до сих пор был Феликс Каламбер, норвежец, лучшим с 13 голами. А норвежцы, я напомню, там обыгрывали, например, Германию 25-1. В общем, там тоже были веселые счета. Ну, сейчас угловой очень важный. Очень первый угловой. Для нас очень важный. Вот, и Эрик Петерсон догнал сейчас Каландера. И, соответственно, 13 мячей у него тоже. Первый угловой будет его разыгрывать... Кто там, Дергаев, по-моему, поехал? Нужно обязательно потом сейчас... Ух! Перекладину. Ну, вот. Просто вот звон и шведам в Гетеборге повезло. Было слышно. Вот и шведам повезло. Да. Ну, шведам впервые, правда, повезло. Да, да, да. Вот видите, какие ошибки? И кто? Хельмерш? Такие ошибки стал... Ой, и здесь. Ну, мяч уже стал прыгать, конечно. Всех контроль теряет над мячом. Ну, мы можем вспомнить, что угловые вообще 0 из 11 было в матче со шведами. У российской команды в матче открытия. Видите, ну вот сейчас тоже. Вот можно говорить, что, конечно, ну, не забили. Мяч в штангу попал. Вы понимаете, здесь тоже элемент, присутствует элемент удачи. А потом... Понимаете, и игроки выбегают хорошо, и вратарь тоже не пустое место. Так что так говорить, что прям вот, ну, 11 там, или там 17 угловых. Ну, если бы каждый забивать. Ну, не каждый, но все-таки надо забивать более-менее регулярно. Так финны, например, забивают, они в каждом матче забивают. Ну, Миша, мы знаем ваши симпатии к финнам. Вы уже ищите все варианты. Я просто голую статистику привожу. Да, да. Те же шведы в матче с Россией, они два другого, забили угловых. Они другого ничего хотя не Хотя били меньше. Ну вот. Ай, ну нельзя терять такие мячи. Вот видите как? А? Все пошло, игра какая вязкая пошла из-за качества льда. Ну вот интересно, что как раз по плохому льду в итоге шведы ну, забили, очень технично, да, на да, последних да. минутах. Ну, Хельмерш очень техничный, конечно, он по-любому, на любом льду опасен. Сейчас, надо сказать, судья, конечно, нам немножко помог. Потому что мог бы не свистеть, ничего там такого страшного не было. Вот сейчас, смотрите, в штангу. Ну надо же, а, перекладину, Юра. Ой, ой, не поняли. Вне игры Дергаев. Нет, это Эйшкельмин. Дергаев ему отдавал, да, да, а Эйшкельмин оказался в офсайде. Минута добавлена ко времени первого тайма. И, собственно говоря, вот это уже последнее, видимо, владение мячом шведов. Верно, видите, как хорошо проехал. Да, уже чувствуется, что все готовятся к перерыву. Да. 3-1. 3-1 по итогам первого тайма. Кристофер Эдлунд открыл счет в первой же атаке шведской команды. Заброс от Хелмерша. Две голевые передачи, между прочим, Хелмерш. Счет не катастрофичен. Да? Я считаю, что мы можем изменить игру в любой момент. Не катастрофичен, но у меня ощущение, что он все-таки по игре. Потому что первые минуты шведы играли лучше. Здесь потом, в дальнейшем, все-таки они больше мячом владели. Они больше пытались создать. И в конце концов они создали. Да, Михаил, я с вами согласен, что... Действительно, игра так складывается, что шведы все-таки были посильнее в первом тайме. Тут надо признать это. Ну, а, собственно, единственный гол команда России забила с пенальти. Евгений Дергаев забил на 13-й минуте. И вот уже в конце тайма Юхан Эспелунд и Эрик Петерсон вновь вывели шведов вперед. Не просто вывели, а даже с разницей в два мяча. Перерыв у нас в Венершборде. Через 17 минут вернемся сюда на финал. Один сборная Швеции выигрывает у сборной России в финальном матче 39-го чемпионата мира по хоккею с мячом. Мы возвращаемся на арену Венершборг, где этот финал проходит. Ну и видим шведскую команду уже на льду. Сборной России пока нет, вот только теперь появляются. Владимир Янко и Михаил Мельников для вас этот матч комментируют. Владимир Владимирович, вот вчера наш корреспондент Михаил Трофимов пришел сюда смотреть полуфиналы в майке, которая... была выпущена к столетию со дня рождения
Василия Дмитриевича Трофимова, и там на ней было его изречение, что никогда нельзя обыграть шведов, играя в шведский хоккей. Вот по ходу первого тайма не возникало ощущение, что все наоборот, что в желтом сборная Советского Союза, а в красном Швеции, нет? Ну, вы понимаете, все, конечно, ничего не стоит на месте, все меняется, и выбор тактики, это в первую очередь прерогатива, конечно, безусловно, тренеров. Ну, Пашкин работает в Швеции, например, Юрьев, он тоже как бы играл в Швеции. Юрьев, кстати, в свое время говорил, что его, вот для него идеальный хоккей – это хоккей, в который играл Вестерос в 80-е годы. Вот я помню его интервью. Он для всех как бы идеальный. Я такое тоже говорил. Действительно великолепно играла команда. Но, понимаете, но шведы-то все-таки ближе к этому хоккею, нежели мы. Ну, я думаю, что сейчас пока не нужно ни о чем говорить. Я думаю, что сейчас второй тайм очень важен, особенно первые 20 минут. Вот, сейчас как игра будет складываться. Пока сейчас, лед хороший. Да, и пока лед, вот 20 минут будет хороший лед. И сейчас очень важно увидеть, насколько мы можем прибавить. Вот, и я думаю, если мы сейчас начнем двигаться, хорошо двигаться в своей манере, я думаю, сейчас мы вполне можем изменить ход матча. Чего я и желаю мальчишкам. Ну, проблема в том, не то, что три пропустили, а в том, что сами очень мало создали у ворот шведской команды. Был забитый пенальти, когда счет сравняли, и дальше, по большому счету, был только один удар с углового в перекладину. И больше я моментов не помню. Я согласен, что игра такая немножко осторожная была. Ну, в общем-то, это можно и объяснить, потому что счет 1-1. И вот сейчас видите, наши ребята, ай-яй-яй. Вот мог получиться хороший пас, но видите, как мы наши выдвинулись вперед. Вот какие шведы стали ошибки-то делать. Ой, как. Не попадает Бондаренко. Вот и шведам повезло, а нам, к сожалению. Или нет, это ты Штеттин, да? Да, да, Макс очень здорово обыграл. Опа, весь как мяч прыгнул. Уберли. Сошел с клюшки. Хотя, казалось бы, лед только-только залили. Все-таки лед мягковат, похоже. Ну, они говорили, что мягкий лед. Здесь дивизион Б, они там 30 матчей сыграли на прошлой неделе. На этой гораздо меньше была нагрузка, но, тем не менее, вот все-таки проблема это есть. Ну, видите, наши стали играть активнее. Сейчас 20 минут, я думаю, проблем не будет никаких. Нам нужно обязательно забить гол. Обязательно забить гол, и все сразу резко изменится. Ну вот был сейчас. Ну видите, шведы тоже не рискуют. Вот ну, шведам-то момент, теперь глупо рисковать. Ну, знаете, сейчас момент такой был. Можно было и продолжить атаку. Делает головой, пытается сделать все-таки. Ну, 4-1 счет по угловым, потому что шведы, ну, они... Они больше атакуют, поэтому... Да-да-да, так вот, я говорю, что да. Там даже стандартов у меня получается заработать. Мы вроде бы атакуем, понимаете, но как бы вот не свойственно нашим, они не очень остро. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот не надо нам ввязываться в это дело. Ни в коем случае. Угу. Хорошо, миролюбиво разошлись. А теперь и нам повезло, видите, кому-то в ноги попало. Ну, там для этого и стоит, собственно, стенка. Четыре человека. Закрывали ближний угол. Ну, и... мячик-то маленький, он может проскочить где угодно. Бефус. Янис очень моторный. Да, заставляют его двигаться поперек поля. И вот у шведов, конечно, очень, что мне всегда нравится, как они передают игрока. Так всегда против Ломанова играли, загоняя его в самый угол, да. И, в общем, вот ну, кто только разгонится, Мергазов и Штедин тоже оттесняют просто. Вытесняют уже чтобы, в неопасную зону. Для того, чтобы этого не было, то на поле должно быть... много личностей, то есть игроков, которые каждый может что-то сделать сам. Вы понимаете?
А у нас сейчас слишком явно просматривается такая тенденция, что все ищут Ишкельдина. И это не может быть незамечено. Вот. Хорошо, что вот Янис очень активен. Я очень рассчитываю на него, что он сейчас какую-то новую струю. Ну вот это, ну зачем, ребята, не ввязывайтесь с ними. Вот. Они специально, мне кажется, провоцируют, да? Ну вот сейчас точно, совершенно, да. Да. Не нужно этого делать. Ну вот сначала цеплял Линус, ну, Петерсон, да, да, Яниса, да. Потом еще и так, а ну, после. А Янис отмахнулся, ему тоже не нужно этого делать. Ну игра, видите как. Будут удаления. Обоюдные должны быть, да, точно. Бефус и Линус Петерсон. Похоже. Похоже. Ну, финал. Здесь сложно сказать, что будет дальше. А вот нет, совсем другие. Дергаев и Фагерстрем за неспортивное поведение. Да, за неспортивное поведение. Ну, Женя мог бы потерпеть. Джусоев. Ух, как хорошо. Ну, ребятки. Ну, с острого угла уже удар, да, и никого там мяч не задел, опять нет углового. Нет, ну, наши пока мне нравятся, наши так активно стали. А шведы боятся идти вперед, ищут какой-то момент. И наши, видите, наши пока не рискуют. Ой-ой-ой, хорошо, что клюшку не сломал, сейчас могло бы быть удаление. Хелмерш пробил, и ну, там закрывал ближний угол Чернов. Хелмерш, как ни странно, очень хорошо выглядит. Очень. А что ж странно? Он, ну, все-таки возраст. Физически, да, в смысле? Да, 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 да. Ну, он, конечно, великолепный хоккеист, даже говорить нечего. Но... Видите, как мы теряем мяч. Приехали и оставили. Там у них такая команда сейчас, Аня. Уже причем второй или третий сезон. Они всех ветеранов полностью собрали. Там Вест играет, там Патрик Нильсон играет, там Алтонен играет, которому тоже 39. Там какая-то очень странная ситуация, честно вам скажу. Хотя там очень любят, полностью очень любят хоккей, понимают в нем. И там всегда была хорошая команда. Пусть так они, сказать, не, ну, просто не супер, но всегда очень хорошая. А тут вдруг они решили сделать сборную ветеранов. Ну, там много решают спонсоры. И тренер, безусловно, конечно. Ну, Хелмер сделал уже две голевые передачи. И вот вы говорили про мастерство индивидуальное. Так или иначе, да, вот была эта игра без моментов. 1-1, вязкая, сложная. Но потом берет Эсплунд, идет обыгрывать троих и обыгрывает, и забивает. Причем остро, причем, заметьте, да, остро. Потом идет Хелмерш обыгрывать, обыгрывает и делает голевую передачу. И вот, пожалуйста, уже 3-1. То есть без индивидуальных действий все равно никуда. Хотя, конечно, говорят, что по одному, да, идти спасать отечество. А вот нет вне игры и... Забили, да? Отлично. Нет? Не понял. По-моему, угловой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, Андрес хорошо играет. Миргазов отдал Ишкельдину. Очень здорово. Просто великолепно отдал. Ну, выскочил навстречу, успел сделать движение навстречу, вратарь верхом бросал Ишкельдин. И мяч, похоже, задел там плечо. Помните, да? вчера с финнами та же история. Он не забил, а потом угловой, и мы сразу забили. Хорошо бы повторился эпизод. Так, судьи думают, да? Ну, потому что там происходит? Насчет углового, да, есть сомнения? Непонятно. А, насчет углового сомнения, да, видите? То есть мяч не угловой. Все, он ушел вдоль линии ворот и вышел в аут, да, так получается? Я думаю, не надо сейчас спорить с судьями, надо темп поддерживать. Вот эти вот остановки, они, конечно, только на руку шведам. Они сбивают темп, может быть, даже умышленно. Вы понимаете? Им темп сейчас не нужен. Дело в том, что они же ведь и закончили намного позже, чем мы.
там получилось где-то перерыв 4 часа. Ну, 3,5, да. Да, мы это сейчас должны, честно говоря, быть посвежее шведов. Шведы, я думаю, они же не глупы, они тоже понимают это. Поэтому они вот и сбивают там. Им сейчас темп не нужен. А нам как раз наоборот. Снова разгоняется Миргазов. Но он один здесь против восьмерых. К сожалению, вот это вот, конечно, индивидуальный хоккей. Ну, а за ним не успевает просто партнер. Не думаю, что не успевает. Я думаю, что он все-таки тут как-то построен таким образом. Мы построили игру таким образом, что... что больше мы в атаке больше уповаем на индивидуальные действия. Но все равно молодец. Нет, ну вот здесь есть рядом игрок, правильно, да. Которому можно, есть поддержка, есть кому оставить мяч. А он там совсем залез, Алмаз, да, в такую желтую толпу. Ну, вы понимаете, тут винить ребят в том, что они хотят изменить ход матча такого, понимаете. Их тоже, кто-то должен на себя взять эту инициативу. Я думаю, что сейчас надо ребятам немножко как бы раскрепоститься и уже рисковать. Потому что если не рисковать, то ничего и не произойдет. Понимаете, дело в том, что шведы вот так вот будут играть и будут ждать какого-то момента такого случайного. Скажем так, ой-ой-ой. Вот видите, как судьи не свистнули там такой момент. Ну, тут вообще на этом чемпионате такая тенденция, вот без особой нужды не свистеть. Это, очень много мелких фолов пропускается. Это очень здорово, потому что дают играть. Дают играть. Вообще красота нашего вида спорта, как ни странно, во многом зависит от судейства. Во многом. Дело в том, что лишние свистки, это же темп сбивается. Нервируют игроков. Все по-новой. И зрителю это уже не нравится. Понимаете? А вот когда судьи как бы дают немного играть, вот то, что вчера правильно говорил Слава Манкас, когда вы комментировали. Вот, то есть темп в игре поддерживается, и в этом красота нашего вида спорта. Что вот сейчас только момент был здесь, сейчас через буквально несколько секунд уже момент будет с обратной стороны. Вот видите, сейчас либо угловой, либо что-то еще будет. Ну, видите, он предпочел все-таки назад вернуть игру. Видите, не поехал делать угловой, вернул мяч назад. Опять никто не рискует. Самое интересное, да? Но если мы не будем рисковать, нам будет очень трудно выровнять ситуацию. В групповом матче там... А ведь нам же надо, я-то, насколько я понимаю, для того, чтобы выиграть, надо рисковать. В данной ситуации. Или как вы считаете, Михаил? Ну, да, вот я помню, что в первом матче там пробовал этот вариант, но там другое дело, насколько успешно. Два отрезка было по там 5-7 минут, когда очень высоко шведов встречали, не давали им разыгрывать. То есть пробовал Михаил Юрьев разные варианты. Вот и для этого ему нужен был этот матч группового турнира. Вот сегодня мы этого не видим пока. Ну, пока мы не рискуем, да. Или, может, что... еще рано, я считаю. Возможно. Потому что помните, как они вот мы как бы рискнули, и шведы нас просто разрезали. И там при счете 6-3 у них было столько моментов, что они, если бы они забили гол, то могло бы все печально закончиться. Ну, вот опять Егорычев непонятно. Не то прострел делал, не то поворотом делал. Ну, там отскочить-то может от своего, от чужого. Ну, все-таки... Ну, это, да, все-таки это на удачу. Да. Все-таки, когда на таком уровне ты рассчитываешь просто на удачу, ничего хорошего в этом не бывает. Тринадцатая минута второй половины матча. Пока играют по 9 полевых игроков. Ну, шведы явно отдали нам инициативу. Ну и вот, кстати, момент. Вот. Ну, это так полный. Вот такой прострел низом подставлен. И клюшка. Опять Янис Бефус молодец, там оказался. Янис, конечно, просто молодец, душа. Видите, они просто держат мяч. Ни удар, ни угловой. Они просто держат мяч. То есть не теряют его. Не хотят лишних атак на свои ворота.
И опять игра подвисла, опять до гола. Как развернуться, непонятно. И Фермерш просто молодец. Просто молодец. Ну, посмотрите, какая техника потрясающая. Ну, судья не свистнул. Здесь свистнет. Здесь свистнет, да. Все по одному, видите. Не получается командные игры. Как-то вот мы не можем все вместе все это сделать. Как-то у нас все в разнобой. Возможно, пока. Возможно, пока. Вот видите, Шкелин, опять один. Смотри, одни шведы. Угловой, да? Да. Еще. Их пытался достать Свенсон, но там мяч уже улетел за перекладину. Ну, что, второй видите, угловой. Видите, одни желтые и один Максим. Второй угловой всего в матче у команды России. Главное не количество, а качество. Главное сейчас забить. Ну, в тот раз в перекладину попали. Да. Главное забить, и игра резко изменится. Бил Егорычев, и опять в кого-то из полевых игроков мяч попадает. Ну, второй угловой. Там, да, вот. Там трое выходили на встречу. Ну, все-таки я думаю, что Саша должен забить, потому что слишком много иркутских болельщиков сейчас переживает за него. Он все-таки оставил свой след в Иркутске. И болельщики его очень любят. И надо сказать, там в Иркутске болельщики его хорошо понимают, хоккей разбираются у него. Пользуясь случаем, передаю им всем привет. Шкельдин. Ну вот так у него получалось в первом матче, когда брал он на себя и два забил дальними ударами. Скатываться. Ну видите, ну все как бы вот настолько однообразно, и все рассчитано только на мастерство Максима. Шведы все больше и больше к своим воротам стали кататься. И это хорошо. Видите, как стали ошибаться. Ну да, вроде вот был отбор, но он ни к чему не привел. Тут же мяч отдали. Ну, да, судья, кстати, не свистит, да, не свистит. Да. Судья не свистит. Но ничего и не было. Все, почему я говорил, что здесь-то будет объективно? Ну да, нет, штрафной. Ну, ничего особенного. Нет. Все-таки приятно наблюдать за игрой, когда мало свистков. Когда судья говорит, ребята, разбирайтесь сами. Моя задача вам не мешать. Великолепные защитники сыграли сейчас даже. Съехались очень хорошо. Потому что пас был очень опасно. Ну и слеты там Ахмеджанов выбил этот мяч. Тут еще Ведов травму. Ой, кружка по лицу попала. Опять Макс ходил. Да. Ну, еще и падает. Ну, потому что силы-то не беспредельные. Видишь, человек тоже, ну, как теряет мяч. Просто на ровном месте, что в принципе, тоже для них не свойственно. Вообще, конечно, игра нас... Ух, что Хельмиш делает, а? Какая техника фантастическая. Ну, ладно, давай, хоть что-нибудь. Удали. Слышите, с трибуны кричат, удали. Настолько привыкли к тому, что происходит у нас в национальном чемпионате. Бефус, передача в центр. И какой момент, и 3-2. Ну, все, видите как, вот пошло дело. 3-2, причем там два человека даже все, были сейчас перед воротами. Да, да, да. И мяч прошел низом. Низом, что самое интересное. Ну и забил Алмаз Миргазов. Он молодец. Ну, вообще... Он вообще молодец, заметьте, на последних чемпионатах мира он всегда забивает решающие голы шведом. Молодец. Но это пока еще не решающие. Янис Бефус. Ну, кстати, похож. Я вам хочу сказать, что... Тут трудно сказать, решающий, не решающий.
забили все смели четверо, конечно. Это пока не победный гол. Да. Это мы с вами поймем немножко позже. Но то, что игра сильно изменилась, то, что мы с вами о том, когда мы с вами говорили, это абсолютно точно. Шведы просто остановились. В таком темпе они у нас не выиграют. Если сейчас что-то не произойдет, вот видите, они все больше и больше стали кататься назад к своим воротам. Артем Бондаренко тоже надо похвалить, он сделал эту передачу, потому что от Бефуса пас прошел как раз на него. Не стал бить сам, а отдал уже в более выгодной позиции находящемуся Алмазу. Нет, наши ожили. Ну, ребятки, ну, доиграйте. Нас ждет хорошая концовка. Должна ждать. Ну, пока не хотелось бы. Лёвстед с мячом. Подключает Сестрем. Сестрем скорость набрал. И опять мяч подпрыгивает, не получается пройти. Времени еще очень много, еще 25 минут, как минимум. Василенко вот появился. Нет, мы стали вести игру. Это уже радует. Видите, уже какие-то возможности появились для передач. Немножко не точно, но ничего, доиграем в каком-нибудь эпизоде. Обязательно доиграем. Не рискует, Шведа, не рискует. И вот сейчас, да, хороший пас. Можно было вперед бежать, он побежал назад. Видите, и мяч прыгает. Никто не рискует. Конечно, лед, качество льда накладывает на тактику большой отпечаток. И вот стараются встречать уже, да, там шведов на чужой половине. Ну да. Но сейчас самое главное середину не проиграть. То есть как бы не прошел какой-нибудь... Ух ты. Дима Савельев, по-моему, сыграл великолепно сейчас. И зря там Хельмиш. Вот передача так была последняя, да, Бондаренко классная. Молодец. Не пожадничал, очень здорово увидел. Ай! Ой, как прошел мяч. 4-2. Ну как мог такой мяч пройти, а? Вы представляете, через все поле. И правильно вратарь сейчас говорит, да. Где защитники были в этот момент? И крайний полузащитник должен был следить за этим эпизодом. Забил Фагерстром. Это явное невнимание, просто явное невнимание. Потому что это же ведь... Когда идет такой мяч, тем более низом, это же перехват и контратака. И кто-то не уследил, да, кто-то не уследил. Вот. Нехорошо получилось. Ну, здесь уже, да, вдвоем практически на вратаря. Это у Эсплунда прошел такой пас. Ну, а дальше вот тут Берлин обыгрывает двоих. Ну, надо сказать, Берлин, конечно, сыграл блестяще. Что там говорить? Он, в принципе, двоих наших игроков проехал и отдал пас. Точно. В принципе, как и Бондаренко. Да, такой, да. Бондаренко все это делал стоя, а он на скорости. Ну и Фагерстрём, чемпион России в составе Хабаровского СКА «Нефтяника», а ныне игрок. Ненужный гол. Хаммарбён. Очень не хотелось бы этот гол пропускать. Ну вот, как вы сказали, забил важный Мергазов, а для шведов очень важный забил Фагерстрём и вернул преимущество в два мяча. Снова надо чем-то отвечать. И снова момент, и опять вот прошла ведь, да, прошел, да, прострел, да, на дальнюю штангу, просто здесь, да, ударить, да, не удалось Бергайлу. Угу. Сейчас мы вынуждены будем все равно атаковать. Берлин. Посмотрите, вот сейчас момент был. Он мог ведь ехать туда, обострять игру. Он вернулся назад. Они держат мяч. Просто держат мяч. Не хотят ошибаться.
что там было. Не знаю, что там такое. Так. Удар по клюшке, удаление. И все это остановил наш судья. Шведы, естественно, спорят, потому что это как бы возврат момента. И еще и удаление у нас. То есть у шведов получается. Да. Удаляет, да. Так. Ну вот там Фагерстрем с кем-то зацепился, да, с Василенко, по-моему. Нет. С кем кто это? Ну какой-то странный момент. И удаление у шведов. Очень странно. Обычно на таком уровне таких удалений не делают. Причем вернули эпизод назад. Вы понимаете? Наш судья настоял, молодец. Ну, там отмахнулся он, может. Там даже на повторе было плохо видно, что случилось. Ну, не похоже было, что отмахнулся. Ну, хотя, как говорят в этой ситуации, судья виднее, да? Мы с вами по монитору смотрим, а там все-таки воочию немножко другая ситуация. Ну что, 20 минут остается, из них 10 может сборная России играть в большинстве. Да. Егорычев, еще один прострел. Ну вот как-то через угловой, правый сейчас, фланг пошли. Ну сейчас угловой. Нет, сейчас все правильно, Саша, делал. Так я не говорю, что неправильно. Просто проходит там и Бефус там проходил. Вот сейчас Егорычев, оттуда как-то атаки лучше получается. Ну и гол, собственно, оттуда пришел. Третий угловой российской команды. 4-3. И вот, видите, пожалуйста, забитый угловой. Да. И получается, что решение судьи влияет на результат матча. Видите, как вернул момент, очень спорный, и все остальное. Ну, слава богу, так. Нормально. Ну, должны же были мы, я же вам говорил. И сам Егорычев и забил, ну, да? Нужный момент, наверное. Я же сказал, что иркутские болельщики на него смотрят. Конечно. А там люди понимают, какие. Три ложных замаха. Нет, по-моему, не Егорычев. Да, по-моему. Вот Егорычев как раз замахнулся. Да. Женя Дергаев, по-моему. Нет, Егорычев, его показывают, да, молодец, Саша. Ну, сейчас все-таки надо дождаться записи, вон там трансляция. В любом случае, это первый гол в ворот шведов с углового. Первый гол российской команды, да, на этом турнире. Ну, когда-то мы должны были забить. Так же не бывает. Ну, так, с 15-й попытки. Когда вы так горестно говорили о том, что мы 17 угловых, а мы забить не можем, я всегда думал, главное забить в тот момент, когда это нужно сделать. Вот как сейчас. Видите, как резко. Сейчас резко игра поменяется. Видите, мы выдвинулись вперед. И это и правильно. Посмотрите, шведы ничего сделать не могут. Но главное сейчас не прозевать вот середину поля в этих ситуациях, когда они этим разряжающим пасом могут... Ну, Хельмиш какой молодец, а? Вы посмотрите, что он делает, а? Вы посмотрите, что он творит. Дергаев все-таки забил, два стандарта он сегодня забил, один пенальти, Дергаев один угловой. Дергаев все-таки, да? Да. Показали Егорыча, но все-таки Дергаев. Я тоже видел, что Дергаев. В полном составе, естественно, шведы теперь. Сэвстрём прострел, и проходит. Ну и вот быстро получится. Вот здесь есть поддержка, Василенко. Молодцы. Вот это уже что-то. Ну ничего штрафной сейчас будет. Ну вот, да, даже вот немножко грубовато. Это Линус Петерсон опять. Нет, не грубо. Было. Ну руками он схватил, и вот это уже вот последнее движение грубо. Тогда он его просто выкинул. Ну, возможно, интересно, как судьи будут это трактовать. Но Максим молодец какой, а. Первый чемпионат мира. Как он сейчас и подключился, да, вовремя, и открылся. Мы все вот просто рады за него. Он просто растет.
Ну, вот это Егорычев карабин в стенку попал. Немножко примитивно, да, получается. Но обратите внимание, шведы все теряют и теряют. Как-то какой-то лоск сошел с них, а? Не кажется ли вам? Как-то все, когда идет все не по их сценарию. Ну, Макс, твоя игра. Ай! Хорошо отдавал, Макс. Егорычев сейчас должен был. Ну что ж ты, Саша, надо было все-таки этот мяч тебе остановить. И сделать из этого что момента что-то интересное. Угу. Видите, как шведы перешли на какой хоккей? Ну, так это нормально. Для них это не очень нормально, скажу вам. Держать мяч как можно дольше, иногда вот так взрываться, ускоряться. Ну, а чтоб они вот прям играли в атаку, да, там, да, все 90, да, да, минут, так не бывает. Да нет, я говорю, я никогда не считал этого тренера каким-то великим специалистом. Хельмуш сегодня просто, если сегодня шведы и правда что-то сделают, то Хельмуш, конечно, большой вклад в это дело внесет. Что там, такие свистки пошли страшные. Наш финский думарь проснулся. Единственный 5-3. Как же пропустили. Ну, надо, ну опять красивый гол, на самом деле. Кристофер Адлер. Отдать должное. Пас был, конечно, просто великолепный. Ну и пас, и Эдлунд вот такие моменты как раз умеет забивать. Да, умеет, он умеет открываться. Вот, он умеет, да, открываться. Да, Михаил, вы правы. Ну что, опять? Ну я все равно оптимистически смотрю, думаю, что это еще не конец. Ну, посмотрите, как он открылся, посмотрите. Да. Здесь, конечно, это зона. Защитник не перестроился. Он должен был. Мухаммедзянов должен был, конечно, перекрывать эту дыру. Когда он от полузащитника, от крайнего ушел в центр, здесь защитник должен был закрыть эту дыру сразу. А он поздно пошел, и вакуум образовался, и все. Ну, что говорить, играть они умеют. И это клубная связка. Вот Сэфстрём, Эдлунд, они вместе играют за Сандвикен. И в первом матче она тоже забила. Ну, там несколько другое. Так, а что здесь с Янисом случилось? Ну, они столкнулись. Ну, я так грубости особо не видел, конечно, но неприятный эпизод. Неприятный. Почему показывают Эспина? Ну, все в порядке, да? Два игрока. Ну, да, они просто столкнулись. Я думаю, что он... Коленом просто. Да, может, да, да, да. Он тоже рисковал, надо сказать. Там такая ситуация не... Ну, по крайней мере, было видно, что не специально. Видите, они виснут уже на максимум. Потому что понимают, что он главное действующее лицо в этой тактике. А пас сейчас был. Опять Янис пытался отдать этот пас. Да, и там двое открывались. Но... Вы посмотрите, а? Как они легко... Вратарь отбил? Да, Черных вступает в игру, а здесь вот не догнал мяч Бефус, будет угловой, ну, у шведов. Бывает. Мяч немножко, ну, мяч дал волчка такого, закрутился, с клюшки ушел. Сейчас очень важный момент, еще и не нарушать правила. Понимаете, если будет момент, я думаю, что судья может пойти уже на какие-то действия. Ух, повезло нам. И второй раз повезло. Это хорошо. Это хороший симптом. Я не люблю, как говорят, повезло. Почему? Отбились хорошо. Ну, да, хорошо, да, вратарь, да, сыграл, да, хорошо, им помогли. Да, да, безусловно, конечно. На момент опасный. Ну, опа! А вот еще момент, 5-4, вот да, пошла игра. Вот ты не забиваешь, пошла игра. Сразу тебе, из ничего. Все, и шведы опять все в расстроенных чувствах. А играть-то еще очень и очень. Вы обратите внимание, как только мы
Вот просто побежим. Знаете, сколько мы в атаке, сколько у нас красных. И все, и мяч доходит, мяч нашел. И опять Алмаза. Алмаз все-таки молодец. Алмаз разогнал эту атаку. Он последний чемпионат мира. Это просто для шведа, для него это просто сладкая булочка. Подпрыгивает. Отлично. Там Артем Бондаренко, чтобы не помешать. Да, да, да. Молодец. Ну да, это уже как в фильме. Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню. Да, да. Шведы уходят на два мяча, тут же сокращают до одного. Шведы уходят на два, тут же сокращают до одного. Потому что мы начинаем рисковать. Вы понимаете, шведы сразу начинают держать мяч. А мы начинаем рисковать. И сразу у нас все получается. То есть мы играем в свойственной для себя манере, в атакующей. И сразу совсем все по-другому. Ну, это сейчас Сёстрем сильно рисковал. Низом, через всю площадку. Видите, какими силами мы стали атаковать. Ну, все получили. Опять момент. Момент за моментом. Момент за моментом. Вот я вам сказал. Нет, ну небо и земля, нет, первый тайм. У меня нет пессимистического настроения. Потому что я же чувствую, что шведы явно сдали физически, явно. Это, конечно, их вчерашняя вечерняя игра, она им может в конечном итоге боком обойтись. Ну, болельщики российские проснулись. Ну, конечно, потому что люди чувствуют, люди хоккей понимают, те, кто приехали, что игра-то меняется и меняется в лучшую сторону для нас. Ну а вот какой дальний удар и... Мимо или Андрес? Ну, мимо. Но вообще ему это было так не очень приятно. Да, я чувствую, Женя Дергаев опять бил. Ну, Женя молодец, я говорю, он в этом году просто замечательно играет. Ну нет, конечно, ему ходил. Ну закручивался мяч, да, в сторону ворот. Да. И опять Хельмаш там, посмотрите. Ой, будет, да. Девять минут еще. Для хоккея с мячом это очень большое. Много времени. Эпизоды. Все меняется в одночасье. Нет, но после хабаровского финала это все там, я не знаю, Манчестер Юнайтед, Бавария отдыхают. Да, да, ну последние годы все финалы такими были. А шведы, как Сандвикини, выиграли опять же. Ну да, да, это много можно. Ну, когда играет равный. Ну и что, будем рассчитывать, что сегодня мы увидим тоже такую же концовку. Весь второй тайм российская команда пытается догнать соперника, но тоже как про Ахиллеса и Черепаху анекдот. Вот догнать до конца не удается. Шведы с мячом, и это Эсплунд, это передача, но в положении вне игры оказывается Эрик Петерсон, которого, кстати, вот, ну, на мой взгляд, удалось достаточно хорошо закрыть. И тайм-аут. Тайм-аут берет Михаил Юрьев. Ну, если удастся нам подслушать немножко, что именно он скажет, ну, я, правда, не уверен. Я думаю, что шведские люди скорее послушают, что будет говорить их тренер. Ну, а вот и болельщики сборной России.
Нет, конечно, ничего тут не услышишь. Мы попрощались пока с Владимиром Янко, который в послематчевой студии расскажет свое видение уже итогового результата, итогов этого финала. Ну и будем с вами досматривать последние 6 минут. Кстати, сколько должно быть добавлено? Во втором тайме, ну, уже было 2,5 минуты, сейчас еще 1,5, то есть на самом деле остается не 6 минут, а что-то в районе 10. Да, потому что были паузы, вот, кстати, количество зрителей, да, там написали на табло 4169. Ну, примерно столько эта арена и вмещает. Тут трудно посчитать досконально, на самом деле шведы считают количество проданных билетов, там потому что половина трибун, там стоячие места. И за воротами, и вот та трибуна, которая напротив центральной. И туда, соответственно, продают входные просто билеты. Ехали. Последний отрезок матча. Тайм-аут Михаила Юрьева. Что-то еще здесь поменяется, хотя уже, конечно, очень сложно. Поменять игру вот в самые последние минуты. Здесь, может, больше все зависит от уже, как говорится, морально-волевых качеств. Заброс здесь Викулин спокойно с этим мячом разбирается. Дмитрий Савельев. Борьбу ему навязывает Яким Андерсон. И чей мяч будет? Ну, мяч шведский, как получается, от Савельева он ушел. Юрий Викулин. Чернов. Довели до Джусоева. Джусоев, проникающая передача. И пытался в касание Дергаев сыграть на своего партнера. Там в центре открывался еще один игрок. А это удар Шкельдина издали. И снова чуть мимо. Но вот не попадает Дергаев, не попадает и Шкельдин. Дальними ударами тоже ведь можно забивать Свенсону, что Максим прекрасно доказал в первом матче этого чемпионата. Но сегодня вот эти удары не приносят желаемого результата. Ну, шведы стараются. Стараются сейчас тоже атаками отвечать, потому что понимают, что 5-4 это преимущество очень и очень зыбкое. Линус Петерсон, удар по клюшке был. Ух ты, пробрался как Лёвстед. Прыгал мяч, он его достал оттуда, но вот здесь зато не прошла передача на Эсплунда. И есть возможность в контратаку бежать, хотя шведы успевают вернуться. Алмаз Мергазов, опять перед ним стена просто из шведских игроков, но зато он находит партнера. Вот ситуация, которая, к сожалению, была, ну, в первом тайме вообще их практически не было. Ну и во втором, да, тоже не всегда. Рядом с Мергазовым оказывается партнер, это Евгений Дергаев, и пытается пробить низом. Но Свенсон мяч забирает. 88-я минута. 4, напомню, должно быть добавлено. Ну, по крайней мере, вот столько я насчитал из тех полуминут и минут, которые арбитры добавляли по ходу второго тайма. Паузы совсем сейчас не нужны в российской команде. И так времени в обрез. Алан Джусоев. Ну, пока сам. Ну, здорово, здорово разыграли. Еще одна передача нужна. Угловой в итоге должен быть. Клюшка там ломается у шведского хоккеиста. Пытался опять Дергаев выйти на позицию для удара. Ну и вот это чуть ли не ключевой момент матча. 89-я минута, 5-4. Шведская команда впереди. Четвертый угловой у ворот шведов. Один
Один корнер удалось реализовать, как раз предыдущий. Когда забил Дергаев, ну кто там, Викулин, Джусоев, Чернов, Мергазов. Передача на ближнего игрока, Юрий Викулин, 5-5, 89-я минута, два подряд угловых забивает сборная России. И за минуту, да, до конца основного времени счет сравнивается. Впервые у нас равный счет с конца первого тайма, с того момента, как Юхан Эсплунд вывел свою команду вперед. И розыгрыш был, да, такой нестандартный. Во-первых, на ближнего игрока, но Викулин сам имитирует удар, потом перекладывает мяч под другую руку и подбрасывает его под перекладину. И вот этот бросок оказывается результативным. Если я не ошибаюсь, Юрий Викулин вообще первый гол свой забил на этом чемпионате. И какой важный. Какой важный. Ну что, вот теперь шведы уже попадают в такую ситуацию, когда нужно что-то придумывать им самим. Мы отмечали, что определенная осторожность, да, ну, какая-то, может быть, даже боязнь соперника присутствовала у них во втором тайме. И ну, не знаю, может быть, в какой-то степени за свою пассивность они и поплатились вот в данном случае. Янис Бефус. Хелмерш. 4 минуты, да, все правильно мы посчитали. Ну и, собственно, одну уже сыграли. Шведы снова с мячом. Ну, теперь уже, мне кажется, немножко осторожничают и игроки сборной России. Ну, потому что, действительно, когда ты вылез из такой ситуации, когда ты 3 раза по ходу матча проигрывал в 2 мяча, да, счет был 1-3, 2-4, 3-5, и вылез из этой ситуации, вот, конечно, обидно все потерять, все нажитое непосильным трудом в лундах. А сейчас стандарт шведской команды. Берлин делает передачу, ну, дальний удар с такого расстояния, я не припомню, чтобы Роман Черных вообще пропускал. Это Эрик Петерсон, которому, как мне кажется, сегодняшний матч не удался. Хотя он забил. На его счету был гол. Это был 3-й гол шведской команды в конце первого тайма. Ну и, кстати, гол сам по себе неплохой. Но вот больше, да, мы ничего опасного, ничего острого не видели от Петерсона. А вот теперь, да, мы сказали, что предыдущий угловой сборной России — это ключевой момент матча. А на самом деле теперь еще угловой шведов. 93-я минута. И тоже, да, 6-й угловой у шведов. И они-то как раз пока ни разу не отличились со стандартов сегодня. Смотрим. Раньше времени, ой-ой-ой, раньше времени игрок шведской команды пересек линию штрафной еще до того, как мяч был туда направлен. И это техническое нарушение лишает шведов возможности забить победный гол за минуту до финального свистка, который уже, скорее всего, финальным и не будет. Но теперь атака сборной России. Передача вдоль ворот. Нет, здесь на дальней никого нет. Бефус не успевает к этому мячу. Он укатывается за пределы площадки. Финальным он не будет. Он будет свистком об окончании второго тайма. И нас, похоже, ждет впервые на этом чемпионате, впервые в этом плей-офф, овертайм. Дергаев,
дает назад. Ну, на самом деле, время еще есть на одну атаку. Еще полминуты, только вот совершенно не надо терять мяч перед своей штрафной. Там немножко заигрался Максим Ишкельдин. Бефус. Бефуса немножечко руками придержали. Ну, так, в пределах разумного. Ишкельдин. Где партнеры? Ишкельдин уходит вправо. Здесь обыгрывает троих игроков шведской команды. И угловой, да? Ну, что показывает арбитр? Нет, он показывает сторону сборной России. Ну, все. Все, заканчивается четвертая добавленная минута. Петре Кусело дает свисток. И ничья у нас. 5-5 в финальном матче Швеция-Россия. Ждем дополнительное время. Итак, овертайм в финальном матче Швеция-Россия. Финал 39-го чемпионата мира по хоккею с мячом. И в четвертый раз в истории у нас правило внезапной смерти, да, ну и, собственно, овертайм играется в финальном матче. Ну, на чемпионатах мира до какого-то времени, а точнее до 83-го года, просто был круговой турнир, ну, двухкруговой, как правило. И только вот 35-36 уже получается лет назад была введена система плей-офф и игрались матчи финальные. Ну и вот в первый раз в 85 году сыграли овертайм в финале. 5-4 сборная СССР выиграла у команды Швеции. Второй раз это было в 2004, когда Финляндия и Швеция в финале играли, когда сборная России впервые осталась вне финала, уступив финнам, кстати, на предыдущей стадии. И вот там в решающем матче Сами Лаакконен забил победный гол. В Вестеросе проходил этот турнир под снегопадом. Концовка матча, и Тимо Оксанен, вратарь финской сборной, выбросил мяч через все поле. И там Лаакконен смог его выловить из воздуха в чужой штрафной и забить. Ну и, наконец, шведы, в свою очередь, выиграли овертайм уже в 2010 году в Крылатском. Так что получается, что все три сборные, да, которые становились чемпионами мира, по разу побеждали в овертаймах финалов чемпионата мира. Но здесь Янис Бефус, да, идет без заливки льда. Кстати, этот овертайм играется, то есть качество льда, сами понимаете, не улучшилось за время этой двухминутной паузы. И вот посмотрите, минуту всего сыграли, а уже три опасные атаки были. И, соответственно, на те, на другие, потом опять на те ворота. И как скорости выросли вот после этой малюсенькой крохотной паузы. Шведский мяч будет. Ну, от бортика хозяева разыграют. Даже к этому розыгрышу они готовятся, в общем, так капитально. И здесь была подача верхом, попытка мяч опустить и пробить все-таки. Нет, Ишкельдин там мяч подхватил. Бефус развернулся. Ну, скорости пока нет, но он ее набирает достаточно быстро и тоже верхом забрасывает вперед. А верхом, чтобы перехвата не было, чтобы не пошла контратака тоже. Это все разумно достаточно. Но мяч в конечном итоге достается шведам. Другое дело, что быстро атаки у них здесь не получится. Ну и вот хорошая передача через борт на Йоакима Андерсена. Тот в центр, а сюда еще не успел приехать никто из партнеров. Поэтому спокойно здесь разбираются защитники с этой ситуацией. Алан Джусоев, Чернов уходит в центр. Ну, сюда его не пускают. Да, и мяч подхватить некому. Нарушений не было, считают судьи. И еще один заброс. Ну, там Эдлунд должен быть впереди в таких ситуациях. Вот это его игра. Да вот нет. Эдлунда, по-моему, сейчас вообще нет на льду. Прокопьев. Джусоев на месте центрального нападающего, но тоже не прошел заброс. Викулин играет. Ну, с одной стороны,
грамотно, да, чтобы не допустить атаки соперника, а с другой там мяч ушел или не ушел все-таки. Неважно, заиграли момент. Гильяма дает себе за спину, но получается, что отдает в борьбу. В борьбу, которую успевает Бефус навязать Берлину. Шведы продолжают атаку. Еще один заброс верхом. Теперь на Йоакима Андерсона. Ну, тот предъявляет претензии, что его держали. Нет, ну не было здесь никакой задержки со стороны Ахмедзянова. А это Алмаз Миргазов. Скорости очень высокие, но вот, к сожалению, лед этих скоростей не выдерживает. И мяч, ну, просто на казалось бы, ровном месте уходит с клюшки, перепрыгивает через клюшку, потому что место это оказывается все-таки неровным. Вот даже сейчас это видно, когда Хелмерш везет просто мяч к тому месту, с которого надо разыграть свободный удар. Здесь уже понятно, что любая ошибка будет критической, будет стоить золотых медалей просто. Каждой команде, ну, не каждой, а одной из команд. Севстром отдает в центр, здесь пытается разогнаться Эдлунд, который вернулся после вот небольшого четырехминутного отдыха. Эдлунд сегодня забил дважды. Эрик Петерсон, Эсплунд и Фагерстром также отличились в составе шведской команды. У сборной России по два гола на счету Евгения Дергаева и Алмаза Миргазова. И еще один забил Юрий Викулин. Первый гол Викулина на чемпионате. Именно этот гол перевел в финальный матч в овертайм. Жусоев. Уходит от Эсплунда, еще двоих обыгрывает. И опять вот нужно тратить время на то, чтобы и время, и позиции. Да? Потому что, смотрите, вот мяч ушел, и вынужден был Алан перед ударом еще немножечко сместиться вправо, прежде чем укротил он, наконец, этот мяч. А уже настроился на удар, на самом деле, но чуть хуже стала вот эта самая позиция. И удар Джусоева поэтому не очень получился. Так. Поиграл на нервах своих болельщиков. По-моему, Питсони Эльфинг это был. Верхом опять заброс на Эдлунда. И, да, и опять не на Эдлунда. Опять это Йоаким Андерсон. Эдлунд там где-то рядом был. А это Дергаев. Угловой. Угловой. Ну, перехватить перехватывает, но уже мяч выкатывается за линию ворот. Ну что ж, два угловых забили хоккеисты сборной России сегодня. Дергаев и Викулин. Причем забили и после розыгрыша справа и слева. Андрей Прокопьев будет выполнять этот удар. Здорово шведы выходят. Линус Петерсон, в частности, помешал удару. Ну, а там вот эпизод, который у нас немножко за кадром остался. Дмитрий Савельев останавливал шведского игрока, видимо, с нарушением правил. Ну, вот, смотрим, вот, ну, просто первым успевает Линус Петерсон к этому мячу, да? Перехват на углову. Ну, и еще, кстати, это хорошо, что шведская атака не пошла вот с этого момента. Восьмая минута. По-прежнему 5-5.
Снова Викулин здесь с воздуха мяч ловит, и уходит он от Андерсона. Быстро, очень быстро Роман Черных старается разыграть. Да, он бросает. Джусоев. Так, а это не пенальти ли часом? Вадим Чернов входит в штрафную, падает. Ну, он, правда, никаких претензий не высказывает. Хорошо, повтор увидит момент, и не уверен я, что чисто выбивали у Чернова мяч. Фагерстром. Это Гильян, прошу прощения. Фагерстром там впереди был, а это Алмаз Мергазов. Хорошая игра, защитник очень хорошо, вот здесь чисто было сыграно. Ну и едва не ошибаются опять шведы, причем здесь вообще уже у своих ворот. Снова нужно отметить под прессингом, да, трех игроков сразу сборной России. Ну, там уже в панике просто мяч выбивался куда подальше. Ну что, последняя минута первой десятиминутки дополнительного времени. Два по 10, я не сказал про регламент, но он не меняется. Вот что касается овертаймов в плей-офф чемпионатов мира. 2 по 10 или до забитого гола. Соответственно, первый гол будет и последним в овертайме. Ну, а вот если уже за 20 минут не удастся забить никому, тогда... Ну, тогда серия пенальти. Хелмерша опять останавливают с нарушением правил. Вот по пенальти, кстати, никогда еще чемпион не определялся. Да, в полуфиналах били 12-метровые. В драматичном, например, полуфинале Швеция-Казахстан в 2012 году в Алма-Ате, когда очень близки были хозяева к выходу в финал. Ну вот закончилась первая десятиминутка. Петри Кусала показывает, что надо поменяться воротами. Ну и опять же, без заливки, после очень короткой паузы игра возобновится. Ну, на самом деле, очень интересное, да, вот сейчас очень интересный хоккей. Мы смотрим, и вроде бы осторожность здесь должна присутствовать, но и те, и другие играют в атаку, понимая прекрасно, что ошибка может стоить поражения. И те, и другие были близки к тому, чтобы забить в эти 10 минут, и угловые били. Но пока без голов. Пока счет прежний. Свен Ульсон вчера весь матч против Казахстана, полуфинал, как там его показывали, он хохотал, улыбался, смеялся, не знаю, там, ржал. Ну, то есть, серьезного выражения лица у него не было ни разу. Ну, там его команда выиграла со счетом 20-1. И сегодня ему не до смеха, особенно если учесть, что шведы, в общем, разбавили свое преимущество и позволили сопернику отыграть 5 мячей. Не сразу, да, но шведы вели 1-0, потом 3-1, 4-2, 5-3. И сборная России в конечном итоге все-таки отыгралась. По борту, по левому борту пытается проскочить Чернов, но шведы там на самом деле хорошо друг друга страхуют, и Мартин Юхансен в конечном итоге ничего успел раньше всех. Берлин развернулся еще раз, теперь можно вперед сделать передачу. Эрик Петерсон, и у него опять мяч уходит с клюшки.
Штегин. Кто будет помогать? Ну, там Дергаев рядом слева. Миргазов возвращает Штегину. Миргазов гол. 6-5 сборная России все-таки забивает этот гол. В финальном матче Алмаз Миргазов делает хет-трик и становится действительно героем и этой игры, ну и, возможно, всего чемпионата, потому что, напомню, и накануне в полуфинале с финнами Алмаз забил гол победный, третий. Ну, там, правда, потом преимущество несколько укрепили партнеры, ну а здесь уже голов больше не будет. Это последний мяч, забитый на нынешнем чемпионате мира. И Алмаз Миргазов приносит вновь сборной России золотые медали. Второй год подряд и в шестой раз за последние 7 лет. Удивительная победа. Но не скажу, что незаслуженная, потому что вот мы в какой-то момент уже начали говорить о волевых качествах. И ведь действительно их сборная России проявила. Первый тайм у нее совершенно не получился. Да, там старались, да, там следовали какому-то тактическому плану, но он совершенно не работал. И у сборной России, в общем, по большому счету, кроме стандартов, не было ничего в первом тайме, да и стандартов этих было крайне мало. Ну, зато как изменилось все в тайме второго. И шведы стали бояться, и уже совершенно другая игра в атаке. Ну и здесь, смотрите, Иштегин на Миргазова, тот пытается вернуть мяч Максиму, его мяч этот останавливает шведский защитник, но он отскакивает обратно на клюшку Алмаза. И здесь уже все очень здорово сделано. Малюсенькая пауза, защитник проезжает дальше, а Алмаз бросает в противоход вратарю, и мяч оказывается в сетке. 6-5, вот такая удивительная у нас игра финальная. Ну, каждый раз, каждый год мы, может, там стараемся делать какие-то выводы по матчам в группе, но совершенно на них не похоже получаются игры плей-офф. Ну, и вот опять мы могли убедиться, что Россия — Финляндия, да, что Россия — Швеция. В группе, кстати, сборная России уже 7 лет, если не ошибаюсь, шведов не побеждала. Зато прекрасным образом делает это в финальных матчах, ну и исключая финал в Сандвикене, где, кстати, тоже была сумасшедшая интрига, и где уже шведы, в свою очередь, совершили камбэк на последних минутах и сумели не только отыграться, но еще успели забить победный гол. А вспомните финал в Хабаровске, вспомните финал в Алма-Ате, да, где шведы, опять же, побеждали в 2012 году. Вспомните финал в Иркутске. Ну, смотрите, что происходит со шведами. Они вообще, они не понимают, как так могло быть. Они были безусловными фаворитами. Качают Михаила Юрьева, конечно же. Но букмекерскую линию я смотрел перед началом матча. Коэффициент на победу сборной России был 3,55. То есть это очень низко котировались ее шансы. Ну и вот здесь Юрьев, у него просто сил нет радоваться. Сил нет радоваться, потому что сколько нервов тренер потратил во время этого матча, это тоже с ума можно сойти. Ну и Алмаза Миргазова, конечно, обнимает вся команда. Хет-трик в финале. Давайте вспомним, что еще 2 гола забил Евгений Дергаев. И еще один мяч на счету Юрия Викулина, который, по сути, спас российскую команду в основное время. С последнего углового на последней минуте основного времени. Ну, или на предпоследней. Ну, у шведов отличились дважды Эдлунд, Фагерстром, Эсплунд и Петерсон. И Петерсон стал лучшим бомбардиром, но я думаю, что его в данной ситуации это совершенно не радует. Сборная России защищает свой титул чемпиона мира, с чем мы ее и поздравляем. И будем на этом прощаться. Поздравляем всех тренеров, игроков команды. Еще много будет у нас о них разговоров в наших студиях, в наших программах на канале Матч ТВ. А я, в свою очередь, поздравляю всех болельщиков и благодарю всех, кто смотрит русский хоккей вместе с нами. Михаил Мельников для вас работал. И спасибо Владимиру Янко, который принимал участие сегодня в нашем репортаже. А теперь примет участие в студийной программе. Всего доброго всем болельщикам. Счастливо. Пока.